Несмотря на отсутствие снега, а заодно и новогоднего настроения, количество людей, пришедших субботним вечером на главную городскую площадь, говорило о совершенно противоположном. Горожане от мала до велика с большим любопытством наблюдали за действом, происходящим на сцене, и громкими аплодисментами встречали каждого, кто появлялся на площади. А встречать было кого. Около 200 сказочных персонажей, дети на роликах, Деда Мороза, Снегурочки и красавица Зима на Порше. Судя по охране, Ёрст прошла тысячу! После такого насыщенного дефиле приветственное слово в адрес горожан сказал председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук. В своем выступлении мэр акцентировал внимание на том, что независимо от возраста и погоды, с Новым годом каждый из нас связывает все самое лучшее и ждет исполнения заветных желаний. 2015 год будет для нашего города особым годом. Это год, когда наш Брест – столица, культурная столица Республики Беларусь. Это накладывает на каждого брестчанина особые обязательства. Это заставляет делать наш город еще красивее. Это заставляет трудиться еще лучше. Это заставляет наш город делать еще чище. Вот почему я уверен, что несмотря ни на что, ни на какие внешние вызовы, наша страна, наш город Брест будет процветать. После выступления градоначальника на главной красавице елки торжественно зажгли новогодние огни. Пошла! Ура! Яркие выступления народных коллективов, прадедов Морозов, Снегурочек, фейерверки, а также веселые хороводы вокруг главной виновницы торжества. Атмосфера, царившая на празднике, была поистине новогодней. Впрочем, как и настроение самих брестчан, гостей праздничной феерии. Отличный праздник, молодцы, как бы все красиво сделано. Детям нравится, все в восторге. Очень понравилось, очень сделали хорошее представление, красиво. Правда, новогоднего настроения не было до этого момента, но сейчас как-то появилось, потому что действительно очень здорово все. По традиции, возле царицы праздника многие брещане и гости города встретят Новый год. Кстати, те, кто по каким-то причинам не сможет попасть на площадь в новогоднюю ночь, может смело приходить 1 января уже 2015 года. Народные гуляния продолжатся. Несмотря на то, что до Нового года осталось 9 дней, этап пожеланий уже начался. Старт поздравительной эстафете дал мэр города Александр Рогачук. Я хочу пожелать каждому брещанину прежде всего не зацикливаться на материальной составляющей. Все-таки самое главное – это здоровье. Самое главное – это состояние души. Самое главное – это жить в удовольствии. Самое главное – созидать. Я уверен, что все у нас будет хорошо, несмотря ни на что. Я уверен, что Брест не только будет столицей по решению Министерства культуры, а реально будет культурной столицей Республики Беларусь. У нас для этого есть все основания. Славная история. Замечательная архитектура, а самое главное, замечательные, красивые, добрые и очень отзывчивые люди. Виктория Драгобецкая, Виктор Халявка, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БукТВ.